Насчет детских развлечений, сейчас мы покажем вам Magic Balloon. Это некое такое место, где по четвергам и воскресеньям проходят детские занятия. Вот мы приехали в Magic Balloon парк. По ходу ворота придется открывать самостоятельно. Давайте проверим. И вправду это работает? Ворота можно открыть самостоятельно? И заходим в Magic Balloon. Все, мы внутри. Сейчас начнется, походу, жесть. Жесть жесткая. Илья на самом деле боится общаться тут с детьми, потому что она считает, что они все тут говорят на том языке, на котором она не говорит. Соответственно, стесняется. Мы ее убедили, что тут будут только русские детишки, и ничего стесняться не стоит. Красивый такой парк. Здесь даже есть ресторанчик. Magic ресторан. Цены, конечно, не самые лучшие, где в русских традициях. Пельмени 190. Тут вообще блюдо вон по 340. Тут кушают, наверное, очень богатые люди. Мы нашли детскую комнатку. Мы ее, опять же, самостоятельно открыли. Стоит 100 бат, но так как деньги с нас брать никто не может, то что же там нету, мы можем тут играть. Молодец, у тебя получилось. Следующий. По сетке? Нет. В сетку мы проходим более интересно, вот так вот на руках. А теперь что дальше? Теперь иди по этой штуке. Давай, давай, не ссы. О, потихонечку, потихонечку. Они посчитали, не знаю, чем-то позанимались, я не слышал. И сейчас пошли у них какие-то там дальше мероприятия у детишек, но в любом случае это здорово, что мы все же их нашли в Охине. Наташка, прыгай! Давай, давай! Где-то там потеряла. Кто у нас тут живет? Так, здесь у меня аквариум, да? Саша, книжка про море. Саша, огонек зеленый, да, товарищи? Пожалуйста, пожалуйста. И у Саши золотая рыба. Андрей, как хорошо. Ты положи на землю, нам потом пригодится. Удочка, давай все, смотрите, как все разобрали осенние. Молодец. Это Киша, Радушка, ну, Арсения, Равушка, давай. Интересное задание. Он полностью. Ну, по чуть-чуть. Петечка. Можешь полностью походишь, как тебе нравится. А красная вот это. Молодец. Все, сейчас пытаемся Лильку вытащить. Лилька, пойдем. Ну пойдем. Мы еще не обедали сегодня даже. А уже ужин. Но мы еще сюда приедем, Лиль. Это вот всегда так тяжело. Сначала хотела ехать, а теперь не хочет уезжать. У тебя есть ребенок, ты находишься в Таиланде, в Хуахине, тогда тебе Magic Balloon Park. Каждый четверг и воскресенье. Все.